день непонятно уже какой, Камчатка. О, серый Есенин. Новый, кстати, цвет наших костюмов. А, серый Есенин отправляется в очередное путешествие. Дороги, как и прически, нет вообще. Просто на дороге леса. Да, хорошенькая. Хорошенькая. Думает, мы ее покормим. Очень интересненькая. Так, пока не знаем, что нас ждет. Просто вот идем по дорожке. Черный песочек. Песочек, да, вулканический. Обалдеть. Хо-хо-хо. Черный песок. Хо-хо-хо. Мощь-то какая. Да Камчатка, да ты чего творишь-то, а? Ого-го. Обалдеть. Вау. Тихий океан. Камчатка, я влюблен. Надо снять, а то я не... Драка сусликов была, драка сусликов. Дружище, стой. Ты куда? Ты куда? Трус! А, ты тоже к нему? Давай, догони его, наваляй ему. Давайте, драка, драка. Все время засыпает черным песком, шлаком. Так, сегодня новое восхождение. Все, мы прошли вот этот вот заборчик. Восходим вот на эту вот гору. Вон она. Под названием Верблюжья гора. Короткая справка. Вот этот вулкан кажется маленьким, не вулкан, вершина. Но она 1200 метров. Вот этот вот 2700. Вот этот 3, 4, 5, 6, легко запомнить. 3456. Вот так.